Мусор. Не знаю, наверное, темно, не видно. Пришла домой и увидела, что нет воды. Я же с вами в Дикси заходила, покупала там масло сливочное, что еще? Батон для голубей. Что-то еще, блин, забыла. Что-то с памятью моей. А, я же хотела поздороваться. Привет, мои любимые. Привет, мои хорошие. Иду за водичкой или по воду. Не знаю, как правильно. Я все время в Питере поправляю себя. Говорю подъезд, потом вспоминаю, что это парадная. Говорю бордюр, потом вспоминаю, что это поребрик. Говорю еще что-нибудь, вспоминаю, что это совершенно другое здесь. А, хлеб, а это булка. А, или батон, а это там еще что-то. Ну, в общем, вот так вот. Постоянно запутываюсь. Снова я в тапочках для Олюшки, чтобы поднять ей настроение. Я помню, у меня Леночка была. Ой, прошу. Помню, Леночка у меня была хейтер. Так она не писала мне такого грубого вроде бы. И я ее и то забанила. А Олюшку что-то не хочется банить. Ну, наверное, имя мне нравится. У меня есть знакомая девушка в Москве. Ее зовут Ольга. Вот, и мне всегда казалось, что это такое какое-то благородное имя. Прикиньте, я ни рюкзак не взяла, ни... Стоп, я иду за водой, я карту хоть взяла? Да, вроде взяла. Фу. Поцарапала ручку, тут где-то ударила чуток. Ну ничего. Пойдемте. Не по переходу. Перехожу непонятно как. Смотрите, какие солнечные блики. Снимаю на новый телефончик. Смотрите, небо какое чистое. Все облака уже ушли, которые мы с вами видели утром, когда гуляли в сквере, когда... Плачет лялечка. Не плачь, лялечка. Снова тут каляки-маляки. Видите? Листочек. Какой красивый листочек. Ползаю тут на карачках. Видите, тоже дубовый листочек. Вообще теплынь. У нас, по-моему, в Петербурге наступило наконец-то лето, мои любимые. Так что красота. Сейчас буду танцевать. Солнце, видите? Вот мне кажется, оно раньше таким не было. Вот что вы не говорите, а я помню, что раньше оно таким не было. Прекрасное солнце. Боже, какая красота. Сколько голубей тут, а я не взяла рюкзак. Чем-то их покормили, что ли? Или что они? А, они кушают, знаете что? Да, кто-то их покормил. Вон хлебушек кушают. Мои хорошие. Красивая какая, беленькая. Хлебушек кушает. Приятного аппетита. Все какие-то мешки прут. Ворона где-то орёт. Не вижу.
вижу ее, но слышу. А там машина с мороженым эскимо. Видите? Вон. А, нет, это не ворона, то голубь прилетел тоже. Вон. Мороженое эскимо. Видите? Вот оно. Вот оно. В машине большое эскимо. Большое. Прибольшое. Ладно, идемте, а то я опять зависла на голубей. И что-то я гэкать начала. Вот именно после этого хейтера Ольги, когда она мне сказала: ты что, для Донецка снимаешь свои видосы? Я сразу же начала гэкать. И шокать. И шокать, и гакать. В общем, начала. Не знаю, что я вам снимаю. Улыбается. Прикол. Наверное, я смешная. Красота. Это наша земля. Земля в иллюминаторе. И мои тапочки там видно. Земля в иллюминаторе. Земля в иллюминаторе видна. Как сын грустит о матери, как сын грустит о матери, грустим мы о земле, она одна. В какой-то дымке матовой земля в иллюминаторе, вечерняя и ранняя заря. Сын грустит о матери, а сын грустит о матери, грустим мы о земле, она одна. Видите, перышко на счастье. Красота. Там 12 было число. А 12, как вы уже знаете, это число Бога. О, Ауди. Ху-ху. Красота. Там дядька смешно идет. И девушка тоже ничего так. Сейчас поснимаем. А там храм. Прекрасный. Дядька прикольный, девушка тоже. Красотка. О, море, море, преданным скалам. Ладно, пойдемте за водичкой. Вот я рукой уже трогала. Хлопает дверь. Вот, чтобы девушка меня услышала. А, вот она, водичка. Тут музыка, надо ее забалтывать как-то, эту музыку. Здравствуйте. Вот водичка моя. Там дядька какой. Карта моя. Это не реклама. Это просто. Все? Спасибо. Прекрасного дня. Потому что этот телефон вообще неудобный. Нет держалки. Поэтому неудобно ни карту прятать, ни водичку брать. Ничего. И иногда он как-то долго наводится. А так, знаете, как будто засвечивает сначала, а потом уже начинает так настраиваться, как будто подгружается, как живое. Знаете? Но я уже начинаю к нему привыкать, к этому прекрасному телефончику. Собачка! Собачка! Пахнет цветами. Очень сильно пахнет цветами, правда. Две собачки. Беленькая и рыженькая. Ой, у меня тапок снялся. Собачки, пока! Как там все в солнечных зайчиках? Вы видите, мои любимые, как красиво. Смотри, какая красота. Как
будто я где-то в Европе. Вот честно, у меня такое чувство. Да, я была в Европе. И мне есть с чем сравнивать. Я вот поняла недавно совсем, что я не только по запаху вижу людей и чувствую их страхи, и вижу их настроение и мысли, и еще что-то, их проживание, но я и по походке вижу. Вот когда человек расслаблен, и как он идет, как он вот реально, как он передвигается, видно в нем все зажатости, всю свободу, всю нежность, вообще все-все-все черты какие-то характера очень видно по походке, правда. Когда он свободный, открытый, может, не знаю, там, тут же танцевать, и у него нет скованности ни в каких частях тела. И когда он очень скован, там, верхняя часть или нижняя, это очень-очень-очень видно. Смотрите, какой красавчик. Как хохол в этих, в шароварах. Ладно, я отдохнула, пойдемте. Цветочки прелесть. Посмотрите, какие они прекрасные. Фу-фу. Ладно, вперед. Сейчас человек откроет парадную. Интересно посмотреть, что там внутри. Фу-фу. Ну да. Посмотрели. Здесь бутылка вина. Кому надо? Мне нет. Кому надо, бегите. Бегите, берите. О, этот самокат. Мне вот что надо. А вино мне не надо. Цветочек. Красивый какой цветочек. Там камешки, как орешки. Видите, там все солнышко на асфальте. Мужик булочку купил, с зонтиком ходит. Настоящий питерец. А я вообще всегда зонтик забываю. Уже столько лет живу в Питере и все время забываю зонтик. Сейчас он, по-моему, не нужен. Смотрите, какое небушко. Вот такое прекрасное. Девушка курит. Пошли. Пошли. А здесь этот девелери, или как он там называется. Лестницу уже начали ремонтировать. Видите? Уже залили ее цементом или бетоном, или как она там называется. Скоро она будет готова. Человек тут смотрит, похож на Спартака. Помните фильм? Не помню, 60-х или каких годов. Спартак называется. Вот этот мужик похож на него. О, Яндекс.Еда. Яндекс.Еда. Спартак все еще стоит и смотрит на лестницу. Прикол. Ладно, пойдемте. Тут тетечка какая стоит на остановке, ждет автобуса. 22-го или 105-го. Неважно. Самое главное, что ждет. Тут снова эти каки-маляки непонятные. Очень непонятные. Там дядька какой идет. Весь в солдатской одежи. И еще. Ой, девушка в меня врезалась. Ну, такая крупная девушка с такими пакетами, сумками. Ну, я тоже наглая стала посреди дороги. Собачка. Mm-hmm.
Вот, я специально прошлась с вами с этой стороны, чтобы показать вам жизнь Петербурга в понедельник. Столько людей. Вообще так непривычно. Класс. Оживает город. И на улице реально лето. Очень-очень тепло. Солнечно. Ах, ручку надавила уже этой водой, потому что она довольно-таки нелегкая. Литров 6 там или сколько, не знаю. Сейчас посмотрю. Ах, смотрите, как ручку надавила. Сколько литров? Родничок Светлояр. Не вижу, где написано. Не хочется мне тут стоять так. Нагнутой. Восстание 41. Театр Малышицкого. Камерный. Санкт-Петербург. Восстание 41. Не реклама. А просто так делюсь с вами. Все еще Гамлет, все еще квартира и все еще глаза дня Матахари. Вот так вот. Здесь ничего, а здесь на Октябрь. Этот самый, как его, Киллер Джо, Чайка, глаза дня Матахари, вечера на хуторе близ Диканьки, квартира, Гамлет. Это было на сентябрь. А, или есть на сентябрь. А вот это на октябрь. Обыкновенное чудо. Билли Каспер, Дания, тюрьма. Что там дальше? Конформист. Вечера на хуторе близ Диканьки, Киллер Джо, Чайка, квартира, обыкновенное чудо, глаза дня, Матахари, вечера на хуторе близ Диканьки, Билли Каспер. Вот, я вам показала, что тут на октябрь, какой репертуар. Вход в театр открывается за полчаса до начала спектакля, уважаемые зрители. Вот, кому интересно, приходите, мои родные. Там солнышко увидела. Не могу вам его не показать. Хе-хе, солнышко, привет! Привет, мое прекрасное солнышко. Обожаю тебя. Ладно, пойду по центру дороги. Что-то мне так хочется выпендриться. Девушка в ранже. С длинными кучерявыми волосами. Смотрите, какое небушко. Прекрасно же, да? Вообще, как красиво. Ху-ху. Стою посередине дороги. Покажу вам, что вокруг меня. Ху-ху. Пойдемте. Да. Смайл. Мазефак, смайл. Я иду по дороге. Ну, правда, он там поет, и ботинок не жаль. А мне, наверное, тапок не жаль. У меня эти тапки уже, знаете, сколько лет? Очень много. Мы с подругой купили их в Крыму. Вот в одно время. Надавила ручку. Блин, аж сиреневая. Вот, мы, короче, купили их, знаете, когда? Наверное, в 2013 году. Представляете? И я их ношу, они у меня как новые. А у подруги они порвались буквально... Наверное, на второй месяц. Вот она их поносила там чуток. И у нее там лямка оторвалась или еще что-то. И она их выкинула. Она говорит, ты носишь так обувь бережно и долго. Видите, я открыла дверь. Ну, не хочу, ладно, пусть закрывается. Вот. А я, говорит, вообще не так. И одежда точно так же. Я там, например, кофту ношу. У меня есть вещи, которые... Не знаю, буквально там из Ливана еще им 15 лет. Вот, или футболки, или еще там что-то. Вот серьезно. И они, не видно по ним, что им 100 лет в обед. Вот, а она покупает у нее, на следующий год она покупает себе новые, а те у нее уже вообще как тряпочки. Вот странно, да? Очень странно.
Зависит, наверное, от характера, от еще чего-то, и поэтому тоже о многом можно сказать о человеке. Ну, мне так кажется, не знаю. Ладно, мои родные, я уж долго вам снимаю. Там красиво, как, видите, как колонны и все такое прекрасное. Хочется рассматривать бесконечно, как будто где-то в музее смотришь на эти все скульптуры. А там на балкончике вообще, видите, скворечник люди повесили. Ну, питерцы это вообще. Как сегодня это, помните? Кто смотрел мое видео там про Раису? Я с ней познакомилась, она подъезды моет, ну, парадные. Вот, и она рассказывает, что там эти питерцы прикармливают голубей везде. И так, ну, она там возмущалась. Смешно. Я ей уже не стала говорить, что я тоже голубей всегда кормлю. Но они у меня не пометят ни по каким парадным, нигде. Ладно, люблю вас. Всем волшебного дня. И любви. Пока-пока. Не помню, что я трогала ручками, так что целовать не буду. Просто так. Пока. Обожаю вас. Тут человек за мной следил. Где он ушел? Вон он ходит там. Ходит, бродит, колобродит. Мне сегодня одни мужики встречаются. Женщин мало. Хотя нет, я одной девушке тут сказала, будь здорова, в прошлом или в позапрошлом видео. Она мне ручкой махала. Благодарила. Какая там люстра и потолок обшарпанный. Нужен ремонт. А, или там лепнина. Я думала, обшарпанный. Да, там лепнина. Очень красиво. Это не знаю, что тут хостел, по-моему. Первый этаж. Да, тут хостел. Прикол. Я в нем не была ни разу. Ладно, мои хорошие. Пока-пока. Машинка какая красивая. Как называется, не знаю. Может, Ягуар, может, нет. Красивая. Опа. Пока, мои хорошие. Люблю вас. Вот. Мальчик зашел, и я за ним. Пока.